Начинаем. 5 минут. Да. Добрым утром, страна. Трое. Пора вставать. Трое. Время у нас 4:06. 24 градуса тепла. Настроение замечательное. Да. Самого утра. Настроение у Женьки замечательное. Да. Вы готовы? Ну что, готовы, да? Ребята, фестиваль «Территория» практически круглосуточный. 8 дней. С утра до вечера. Мы надеемся, что вы будете много работать, пахать, чтобы уехали в свои города с чем-то важным для себя. Ура! Я хотел вам попросить, поблагодарить, что вы здесь. И попросить начинать фестиваль с очень важной акцией. Давайте все вместе будем помолчать на 10 секунд. Посмотрим. Но все вместе, абсолютно. Раз, два, три. Добро пожаловать. Естественно, каждый хочет быть. Все мы по-любому по окончанию поедем в Москву. Да, попробуемся там. Поедем все. И где все будем пробоваться. И те, кто говорят, которые говорят, что нет, вот Москва, она засасывает. Если ты не хочешь быть актером, работать только не я лично, ну то есть как-то развиваться, там еще, то Москве. Потому что там сплошная конкуренция. То есть просто надо будет просто работать, Нет, я здесь с тобой не согласен, на самом деле. Потому что в Москве, мне кажется, там как раз таки не надо успевать, надо всем очень издавать. Я знаю то, что там такие, как мы, очень много. Это там никакого искусства, и там, блин, лучше я буду работать где-то в провинции, но я буду ведущим актером, там, я не знаю, да? Я буду спокойно жить, нормально, вот, и все такое. Вот.